Электронная очередь – новый сервис управления Федеральной службы судебных приставов. Записаться на прием теперь можно через интернет, на удобное число и время. Новые технологии должны сократить ожидание в очереди и повысить качество приема приставов-исполнителей. Сегодня в Староскольском районном отделе судебных приставов длинные очереди, так как прием по вопросам исполнительного производства ведется два раза в неделю. Теперь стоять в ожидании встречи с приставом не обязательно. Новый сервис управления Федеральной службы – это электронная очередь. Чтобы записаться на прием к судебному приставу-исполнителю через интернет, нужно зайти на официальный сайт, нажать вкладку «Обращение», затем «Личный прием граждан» и «Запись на личный прием». После авторизации через госуслуги необходимо выбрать регион, структурное подразделение, нужного сотрудника, внести свои персональные данные и указать причину обращения и номер исполнительного производства. В календаре будут показаны доступные даты и время приема. График приема электронным образом происходит так: у нас вторник с 9 до 11, четверг с 14 до 16. То есть человек может зайти, выбрать удобный ему день, вторник, либо четверг, и удобное для него время. Время на прием граждан отводится 20 минут. То есть он выбирает и уже для себя удобное время. Записаться к судебному приставу-исполнителю можно не менее чем за 3 дня до приема и не более чем за месяц. Новая услуга электронной очереди призвана сократить ожидания староскольцев и повысить качество приема. Я считаю, что это очень удобно, потому что человек избегает очередей, он может записаться в любое удобное для него время. То есть, когда ему удобно, тогда человек может и прийти. И он заранее оповещает вопрос, по которому он приходит. И то есть получается, что человек уже, пристав уже подготовлен, он знает уже, что ему, что какие-то, может, документы необходимы человеку предоставить. Поэтому это очень удобно. За 1,5 недели работы нового сервиса пока всего 5 староскольцев записались на личный прием. С помощью электронной очереди можно попасть на встречу не только к приставу-исполнителю, но и к руководству ведомства. Кроме того, на сайте службы должник-взыскатель через личный кабинет имеют возможность следить за ходом производства, просматривать документы, которые приняты приставами. Также староскольцы, не выходя из дома, могут подавать обращения, заявления и получать ответы. Мария Кретова, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.